Это пляжная зона гостиницы Астерия Кремлин Палас. Двинемся в сторону йоги, стретчинга. Там проводят все эти занятия. Вот здесь слева от меня теннисные корты. 8 хороших земляных теннисных кортов. Ракетки, мячи. Играть дают бесплатно. Есть даже теннисный центр, где тренеры за деньги вас поучат. Это вот какая-то бригада занимается. Привезли пионеров. Ну тут не только пионеры, есть и пенсионеры. 2 алкоголика их учат. Алкоголики, потому что они сейчас занятия закончат и пойдут синявить на пляж. Каждый день я это вижу. Так, на йогу собирается народ. Вижу, там уже мест мало. По периметру беговая дорожка тартановая, мягкая такая, приятная. Дистанция ровно 1 километр. А вот и место для йоги. Специальная деревянная платформа. Тенистое местечко такое приятное. Сейчас я в этом поучаствую.